Не верю, что ты так хотел пересмотреть этот фильм, Брюс. Пойдем. А то опоздаем к Альфреду. Извини меня, папа. Не будь с ним так строг, Том. Он так любит этот фильм. Альфред подождет. Брюс, не отставай. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не оставайте. Мы почти на месте. Куда ты нас ведешь? А ну стойте, дамочка! О, Господи! Пожалуйста. Не надо? Мы не можем подождать. На месте, я стреляю. Берите все, что хотите. Том, Боже мой! Боже мой! Тихо, дамочка! Закрой рот! Дамочка. Давай сюда, женщина! Мамочка! Мы почти на месте! Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте! Мы почти на месте! Давай, сынок, проходи. Присядь в кабинете. Куда ты нас ведешь? Переживет. У пацана столько бабок, все с ним будет нормально. Мы не можем подождать здесь. Что ты мечешь? Парню всего 8 лет, он совсем один. Деньгами тут не поможешь. Как скажешь, Гордон. За ним уже едет дворецкий, слыхал? У него есть дворецкий. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Извини. Но ведь дождь начинается. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов. Мы не можем подождать. Принести тебе что-нибудь? Не отставайте. Как ты? Мы почти на месте. Я понимаю, тебе наверняка не хочется сейчас разговаривать, но только так мы сможем поймать преступника. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Зачем он это сделал? Дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, я не знаю. Все дело в этом городе. С ним что-то не так. И знаешь что, сынок? Зови меня Джим. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Мы почти на месте. Сломаю тебя!